великому нашему горю, вот все, кто его знает, Леша его знает, умер в прошлом году, полковник ВДВ, замечательный человек, Петров, Воронин Сергей Петрович, умер, совсем жизнь справлялся, но с этой болезнью не смог справиться, как долго не воевал. Вот эту песню я не буду посвящать его памяти, не буду говорить, это веселая песня, он сам был жизнерадостным человеком, но очень спокойным, при этом и все на свете знал. Но, он говорил, что эту песню написал, но пусть и так, я ему всегда верил, как мы все-то. Песня шуточная. «Прыжки» называется. Белый купол, белый купол, белый купол на прыжок я уложил. Так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик и подложил? Ой, так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик и подложил? Вот я не имею в ожидании, скоро дрызнет этот грузик по мозгам. Ой, не мешало ян-то счастье разделить с тобой по-братски пополам. Ой, не мешало это счастье разделить с тобой по-братски пополам. Вот что это мимо просвистело, обдало холодным потом по спине. И отчего это захотелось в этот миг мне оказаться на земле? Ой, отчего это захотелось в этот миг мне оказаться на земле? И я признаюсь, а ты послушай, вот скоро снова повезут нас на прыжок. И на первой же укладке завяжу тебе я стропы в узелок. Ой, да на первой же укладке завяжу тебе я стропы в узелок. Ой, белый купол, белый купол на прыжок я уложил. Так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Зачем? Спасибо.